1 сентября. Мы говорим «Школа интеграция». Здравствуй! Добрый день, дорогие ученики! Добрый день, заботливые родители и уважаемые гости! Добрый день, любимые учителя и сотрудники школы! Собрались мы здесь не зря, ведь сегодня в школе праздник, День знаний, 1 сентября. Итак, наш новый учебный год. Наш корабль. Вот наш корабль постоял немножко в своей гавани летом, и сейчас снова он отправляется в путь. Снова нас с вами ждут путешествия, новые встречи, новые друзья, новые экскурсии, много очень интересного, много трудностей, которые мы будем с вами обязательно преодолевать. Трудностей не нужно бояться, их нужно преодолевать. Страх, он плохой попутчик для корабля. У нас с вами все будет хорошо. Итак, этот год – преддверие нашего 30-летия. Следующий год мы будем уже очень старенькие, нам будет 30 лет, но сегодня пока 29. Поэтому я вас всех поздравляю с началом учебного года. У нас сегодня вот очень повезло, что дождика нет. Мы все с утра молились, хоть бы его не было, чтобы все мы собрались на линейке, чтобы все мы могли посмотреть друг на друга, чтобы нам не идти в маленьких классах на этой линейке. Поэтому Господь услышал наши молитвы. Хорошая погода, хорошее настроение. Начинается учебный год. Всем радости, удачи и, главное, терпения и много-много любви друг к другу. Итак, начинаем нашу линейку. На нашем празднике. Ведь сейчас сюда войдут те, кто пришел первый раз в первый класс. Давайте поприветствуем и пригласим на наш праздник. На сцену приглашается первый класс со своим классным руководителем Жуковой Жанной Владимировной. Вот
ты осень пришла, собираться пора. Дом огромный, что школой зовется. Завершилась вчера игра. Нам завидует сегодня дошколята со двора. Мы сегодня гордо шли по осенним улицам. Лишь посмотрит кто на нас, сразу залюбуется. Будем мы усидчивы, прилежны и старательны. И тогда пойдет учеба просто замечательно. Ученицей стану я, как и все мои друзья. Школа, дом второй, светлый дом и родной. Капельки, друзья, не было обидно, когда сказали первый класс, уже цветов не видно. Перед нами все пути открыты, все дороги впереди у нас. Мы когда-то станем знаменитыми. Но пока что только в первый класс. И пока нам надо лишь учиться. Это все для жизни, для науки, для людей, для родной страны. Учимся мы все не ради скуки, мы прославить Родину должны. И пока нам надо лишь учиться, чтобы тайный мир открывать. К неизвестному всегда стремиться, чтобы оно могло известным стать. Для наших 11-классников сегодня волнительный день. Выход на финишную прямую. Сегодня они начинают свой последний учебный год. С днем знаний, милые ребята, 11-й славный класс. Пусть год финальный будет ярким, и пусть все сложится у вас. На сцену приглашаются учащиеся 11 класса со своим классным руководителем Воробьевой Еленой Вячеславной. Дорогие первоклассники, вам посчастливилось попасть в замечательную школу интеграции. Теперь она станет для вас вторым домом. Мы с радостью принимаем вас в нашу дружную семью. Очень быстро влетит этот первый учебный год. И весной мы снова встретимся, чтобы уже проститься. Ведь этот год для нас будет последний. И нам придется проститься с родной школой.
Но это будет весной, а пока нас ждет счастливый год совместного плавания. Еще много открытий предстоит нам сделать. Мы хотим, чтобы вы полюбили школу так, как любим ее мы. Дорогие первоклассники, сегодня школа в первый раз вас поведет дорогой знаний. Примите поздравления от нас. Желаем отлично учиться и класс со всеми дружить. Уметь отдыхать, трудиться, любовью родных окружить. Всегда от души веселиться, впредь не поверить никогда. Стать умным и сильным, стараться быть очень прилежным всегда. Этот день запомнишь навсегда. Школа примет первый раз тебя. Распахнет пошире свои двери, и начнется школьная неделя. А за ней вторая четверть год. Школьный твой период потечет, зажигает, побежит, помчится, только успевает лично поучиться. Это еще будет, а сейчас ты пойдешь первый раз в первый класс. Знаний еще малик запас, но когда-нибудь ты обгонишь нас. Желаем вам прилежно всем учиться и никогда о том не забывать, что школы наши вы должны гордиться и честь ее повсюду защищать. Здесь каждый за собой следить научится, портфель собрать, косички заплести. Мы очень верим, все у вас получится. Так добрый час. Так, а сейчас ребята 11 класса вручат подарки нашим первоклассникам. У меня песня звучит последняя. Нашей юности пора, улетаем за пора. По-взрослому дышать, вопросы будем. А детство уходит, очень жаль. Все проходит, но февраль. Кончается зима, начинается весна. Нашей юности пора. По-взрослому дышать, вопросы будем мы. Жалости. Спасибо большое за подарки. Пожалуйста, все приглашаются на свои места. Подружки, все влюблены, а детство уходит очень жаль. Все проходит, но февраль. I don't need no makeup, only just a body. You're